Когда я на почте служил я щитом, был молод, имел я силёнку, и крепко же, братцы, в селе и одном любил я в ту пору девчонку. Сначала я в детстве не чуял беду, потом задурил не на шутку. Куда ни поеду, куда ни пойду, все к ней заверну на минуту. Однажды начальник дает мне пакет: «Свези-ка скорее, брат, почту». Я принял пакет сам скорей на коня, помчался по снежному полю. И что за причина, понять не могу, и ветер так воет тоскливо, и вдруг словно замер мой конь на бегу, и в сторону смотрит пугливо. Забилось сердце сильнее меня, и глянул вперед я в тревоге. Потом соскочил с удалого коня, и вижу я труп на дорогу. Под снегом-то, брат, лежала она, закрылись окорие очи. Налейте ж, налейте скорей мне вино, рассказывать нет больше мой.